Водителю, который в ноябре сбил двух школьников на Некрасова, наконец предъявили обвинение. Уголовное дело 30-летнего Ивана Попова будет рассматривать городской суд. Автомобилист под действием наркотиков въехал в колонну детей, которые переходили дорогу по зебре на зеленый свет. Серьезные травмы получили два ребенка. Один из них, 10-летний Ваня Мансуров, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Мальчик ни на что не реагирует. Абаканские доктора помочь ребенку не могут, ему нужно лечиться в зарубежной клинике. Долгое время врачи не разрешали его транспортировать, но теперь дали добро, состояние ребенка улучшилось. Родители Вани ведут переговоры с клиникой Израиля.